Уже прохладно. Пиджак – незаменимая вещица в гардеробе любой женщины. Красивый и стильный пиджак можно носить не только на работу, но и на прогулку, и в гости, в уютное кафе или даже на торжественное мероприятие. Он идеален. Его можно надеть и с классическими брюками, и с бунтарскими джинсами, и с романтическим платьем. Хотим выглядеть особенно. В гардеробе любой женщины найдется тысячи предметов, которые и не снились мужчинам. Достаточно просто родиться женщиной, и все остальное индустрия моды сделает за вас. Только выбирай и примеряй. Вот и с пиджаком та же история. Он всегда занимает лидирующие позиции не только в флеш-индустрии, но и в нашем гардеробе. Сказала это и задумалась. Не знаю, как у вас, а у меня именно так. На все случаи жизни и сезоны пыталась пересчитать, сколько у меня пиджаков. И оказалось очень много. И совсем не важно, какой лук вы создаете, обыденный или официальный, без пиджака вам не обойтись, а осенью тем более. Сезон 2021, осень, будет богат на фасоны, фактуры, расцветки и так далее. Выбор огромен. И прошу не путать его пиджак с жакетом. Жакет – это одна из вариаций пиджака, поэтому вы не ошибетесь, назвав его пиджаком. Вся разница в них лишь пиджак имеет подклад, жакет имеет меньшую длину и чаще всего пояс. Пиджак напоминает предмет мужского гардероба. У него классический прямой крой и присутствуют карманы. Жакет подчеркивает, как правило, фигуру и очень женственен. Итак, сегодня модный пиджак хорошо смотрится не только как часть костюма, но и как отдельная деталь гардероба. Осенью прекрасно подойдет как верхняя одежда, например, с брюками, с платьем, с юбками. Сейчас очень популярны пиджаки с джинсами. Этот наряд выручает всегда. В этом сезоне основная идея пиджака – это классика и элегантность, минимум декора и пестроты, предпочтение спокойным цветам, наиболее популярны модели с широкими плечами. Изящно смотрятся пиджаки на одной пуговице. Ну и пиджак из твида в стиле коко, он подойдет и взрослым дамам, и юным красавицам, он также остается популярен. Клетка всегда к
актуальна, и в этом сезоне особенно. Ее точно можно носить с чем угодно. Белый пиджак, он не только на лето, осенью это очень актуальная расцветка. Пиджак с поясом, именно пиджак, а не жакет. Хотите подчеркнуть талию? Завидую молодым. Этот вариант для вас. В этом случае лучше выбирать удлиненный вариант. Есть масса еще вариантов пиджаков. Это и кожа, и гламур, и пиджаки без рукавов и так далее. Что касается материала, то дизайнеры предлагают шерсть, лен, джинса, атлас, кожа и бархат, велюр, а почему бы нет? И неважно, какую одежду вы предпочитаете, женственные романтичные платья, брутальные рубашки или сексуальные маечки, подходящий пиджак можно подобрать к абсолютно любому варианту, выбранному вами образу. Ну и обувь – это важная деталь. Как дополнение вашего ансамбля с пиджаком, комфорт – основа обуви. Это лодочки, кроссовки, кеды и босоножки, сапоги и слипоны. Аксессуары дополняют ваш образ – шляпка, сумочка, очки. Зная все это и использовав, можно с одним пиджаком создать несколько интересных луков. Благодарю вас за внимание. Выбор, как всегда, только за вами.